Уже прыгун, офигеть, он какой быстрый! Нет! На, получай, вишню! Нет! Вытащи меня отсюда! Всем привет, дорогие друзья, с вами Ярик, успеть поставить лайк за 5 секунд, если вы не хотите, чтобы каникулы заканчивались, считаю... Молодцы, ребята, что успели поставить лайк, это у нас игра «Растения против зомби», как вы уже понимаете. В прошлой серии мы с вами уже прошли 5, 6, 7, теперь... начинаем с вами 8, 9 и 10. На этом закончим, но это еще не все. Я бы хотел еще посмотреть, что это за бонусная игра такая. Но сначала давайте закончим третью локацию. Так. О-хо-хо! Ни хрена себе вот это! Эти дельфины, блин. Ну вот это вообще. Так, что мы с вами берем? Мы с вами берем вот такие вот растения. Естественно, вишневую бомбу. И вот этого. Начинаем вот сюда расставляем. Теперь вот этого чувака. Вот сюда теперь. Вот сюда. И вот сюда еще. Ай, блин, я кажется, знаете, что забыл? Купить растение, так называемый древофакел. Помните, мы в прошлый раз открыли, прежде чем я закончил на это видео. Так, ну ничего страшного, бывает иногда. Так, вот так вот делаем. Главное защитить вот эти вот рядочки, потому что... Потому что здесь труднее защищаться, чем на траве. Ладно. Так, дальше у нас колпаки идут. Сюда. Так. Вот сюда. А у меня есть тактика. Давайте-ка мы... Два ряда вот этих вот повторителей. Сюда. Давайте орешков расставляем. Тем более, что у нас этих повторителей еще мало. Thanks.
Во, первая волна приближается. Сюда. Так. Начинаем нашу... Продолжаем выстраивать оборону. В смысле? Это что за фигня сейчас, АК? Чего он перепрыгнул? Серьезно? Нет! Вытащи меня отсюда! Да ты охренел, что ли? Блин. Тут мне приходится два орешка этих расставлять, блин. Еще один! Блин! Это... Да ты заколебал уже перепрыгивать! Иди в жопу! Иди в жопу! Пошел в жопу, блин. Так. Ну ладно, буду знать. Буду знать то, что они перепрыгивают. Да боже, они заколебали. Так, последний орешек, и на этом приостановится. А, блин, уже вторая волна. Блин. Вот сюда побольше повторителей, а то эти дельфины как будто вообще самые быстрые вот здесь. Так, вот сюда. Ух, как вовремя я орешка поставил. На, получай вишню. Так. Нади, получай. Ни хрена себе. Это что у нас? Высокий орех. То есть, типа, какая-то здесь стена, я не понимаю. Heavy dot. Ну, типа, стена, через которую невозможно перепрыгивать. Или перебраться. Так. Вот сюда. О, блин. Ни хрена себе, то есть против нас еще и прыгуны, и вот эти вот, и дельфины, и даже машинки. О, блин. Вот на этот раз уже точно будет тяжело, так что давайте-ка мы еще возьмем вот такую вот штуку. Дальше, естественно, повторители. Дальше колючку возьмем против этих вот машин. И вот такое вот новое растение против этих прыгунов. То есть вот через этот вот орех невозможно перепрыгивать. Значит... Значит, понятно. Так, вот наш зомбак. Опять три волны, что ли, мне продержаться, а? Вот гады, блин. Ой, блин, я еще даже забыл картошку вообще. Так. Блин, вот кое-что я забыл. Это воспользоваться тактикой, как ставить вот эти повторители. Mm-hmm.
сюда. Знаете, что я придумал? Вот этот вот древофакел, который стоит 175 солнц. Давайте-ка мы расставим вес впереди горошков. Потому что, да, когда я посмотрел на его описание, то я понял, то я перевел, что он будет, короче, горошки превращать в огненные шарики, фаерболы. Надо, естественно, еще и заодно еще и мы его протестируем. Вот сюда древофакел. Блин, я так долго задержался. У меня даже подсунухи эти еще не готовы. Вот сюда. Кабачка ставим. Так, скоро. Давайте. Дайте солнце, блин. Блин. Так, посмотрим, что будет. Да, в натуре! Ха-ха! Превратил его в фаербол. Так, а теперь ставим вот так вот. Да, он реально высокий. Так. Уже, короче, два ряда расставить. Это два ряда древофакела и один ряд вот этих вот орешков. Хотя, блин, зачем я запутался? Так. Вот сюда ставим еще один орешек. Опять колпак идет. Вот сюда ставим. И причем огненные шарики будут в два раза больше урона наносить, чем обычные горошки. Даже от обычного повторителя. Хватит хапать мой орех, кому сказал? О. Так. Блин, сейчас скоро опять эти дельфины будут, и мне капец. Дайте мне солнце, пожалуйста. Потому что сейчас, возможно, появятся дельфины. Давайте-ка я тогда поставлю вот такие вот водоросли. Смогут ли вообще... Эти прыгуны уже почти нападают, блин. Нате, кабачок, блин. Пошел. Нахрен, получай. Я зря поставил эти водоросли. Так. А, зато этого зомбака утащил. Так, вот сюда. Опачки, там эти дельфины. Так, быстрей. Сейчас мы проверим. Да, вы видели то, что эти орехи через эти орехи перепрыгивать нельзя. Ха-ха-ха. Вот эти зомбаки, конечно же, тупые. Сейчас, еще 4 три стрела. Блин, надо еще и колючки расставить, потому что еще появятся эти тачки. Это вообще в натуре будет нечестно. Так. Так, ведроголовый идет. Так вот, теперь осталось расставить эти колючки и 3 стрелы. Будет вообще какая-то мощная оборона. Вот так вот делаем. Даже не мощная, а читерская какая-то оборона. Потому что я воспользовался тактикой, как можно правильно расставить все эти... всех этих... 3 стрелы. Блин, я даже вообще до конца не запомнил, как они называются. Ну ничего страшного. Еще 2 штучки, как раз, и можно уже... О, нет.
Блин, вторая волна. А третья будет жестко. А где тачки? Я вообще не понимаю. Смотри, эти фаербои других даже зомбаков уничтожают. Это вообще на самом деле прикольно. Да, вы понимаете вообще. Так, 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 еще один. Этот дельфин. Ха-ха! Его уничтожили. Прикольно. Давайте 3 стрелы, уничтожайте этого гада. Да блин, он все-таки пытается перепрыгнуть. Иногда мы успеваем его уничтожить сами без этого орешка. А иногда не успеваем. То есть, иногда мы успеваем, а иногда нет. Еще один. Да давайте уже уничтожайте его. Ха-ха-ха-ха. Даже если мы не успеем его уничтожить, нас вообще прикроют эти высокие орехи. А вот этих вот прыгунов, которые там сейчас как раз снизу, мы вообще с нескольких ударов успеваем бить. Так, дробашковый идет, увалите его. Так, сейчас... Сейчас вообще появится. Ага, а вот и тачка появилась на последней волне. Вот это, блин, козырь. Такой себе козырь, потому что сейчас колючка его... Бац! До свидания. Бабах! Так, еще одна записка. Значит, мы переходим с вами к последнему уровню этой локации. Так, привет, мы... Херт? Что это означает? Херт? Партия бассейна. Так. Блин. Блин, я вообще это не могу перевести. Блин. Искренне ваши зомби. В общем, они как будто говорят, что они пойдут на нас в атаку на этот бассейн. И будет массивная атака. Да, вы видите то, что зомбаков здесь очень много. Так, готово. Так, нам дается древофакел. Ага, и перец халапеньо, который я использовал в прошлой серии. Ну отлично, блин. Блин, вот этого колпака лучше уничтожить, потому что мы не успеем его уничтожить. Так, вот эти орешки лучше расставить сначала в бассейне, потому что эти дельфины на самом деле будут очень быстро передвигаться. Вот сюда расставляем еще. Слушайте, ребята, а давайте-ка мы 3 ряда таких поставим, этих 3 стрела. Так, вот эти колючки расставляем. Офигеть, у нас сколько перцев, боже! А мы сами не обошёмся, что ли? Я думаю, что нет, потому что у нас и так уже есть что-то типа древофакела, который превращает все горошки в огненные шары. Зомбаки не пройдут. Так, расставляем. Один ряд древофакелов, один ряд высоких орешков, один ряд колючек и 3 ряда 3 стрела. Жалко, что у нас кувшинок не хватает. Блин, это вообще на самом деле плохо.
потому что атака... потому что внезапная атака дельфинов будет уже очень скоро. Блин, я зря не туда его поставил. Но хотя бы древофакел я сейчас скоро поставлю. Пока что мы расставляем наши орешки. Давай, кабачком на получай! Раздавил. Так, вот сюда. Вот сюда. Мы сейчас их всех разнесем. Так. Ну это я говорил, что атака будет внезапная. Так. Ну давай-то уничтожай его. Так, эта машинка едет. Ха-ха, даже колючка не успела его убить. Опять эти бобслейды, блин. То есть они появляются, знаешь, когда? Когда именно останется снег после той тачки. Это вообще, на самом деле. Блин, у меня уже весь инвентарь заполнен, а я не знаю, куда ставить. На тебе, получай колючку. Так, опять. Давай, сожги его. Да что ж такое? Почему мы не можем, никак не можем его сжечь? Мы можем только его колеса лопать. На тебе. На, получай еще и перец. Где наши орехи? Потому что это вообще на самом деле очень жесткая будет атака. И наши повторители где? А давай мы... Хо-хо! Ни хрена себе, ну... Ну, она не... Но этот... Но эти водоросли, короче, не успели, король, утащить этого дельфина, когда мы его уничтожили. Так, нужна последняя кувшинка, иначе... Иначе какая... Иначе сейчас начнется такая жопа. Смотри. Ха-ха! Вы видели то, что эти водоросли могут утащить даже само скоростного дельфина. На, получай, перец. Вот так вот. Блин, нужно... А где наша кувшинка? Я вообще не понимаю. Где наша кувшинка, блин? На, получаю! О, даже золотую монетку я получил. Офигеть, мы просто всех разносим. Вот это залп, конечно же. На тебе, получай. Мы сейчас все тут потратим, потому что мы никуда не можем девать. Кроме одного... Все, все, у нас оборона готова. Теперь пора уже потратить все, потому что у нас и так уже инвентарь заполнен. На, получай! На! Три комбо, минус три тачки. И у нас еще тоже минус три халапеньо. Так. Опачки. Так. Третья волна. Все, осталось разбить пехоту, и всем конец. На, получайте. Найс, все, мы получили какой-то хрип, который мы протестируем на следующей серии. Так, заглядываем в меню. И еще я хотел посмотреть вот эту вот игру. Бонусную, вот такую вот. Так. Так, вот сюда. Вот сюда. Тут вроде было написано, что зомби будут очень стремительными. Так что давайте-ка мы еще берем вот такой вот. И чтобы их замедлить, давайте-ка мы еще возьмем вот такой вот замедляющий горох. Ледяной, то есть. Вот сюда. Вот так, вот так. Вот так. Вот такой вот повторитель. И давайте водоросли возьмем. Просто чтобы легче всего обороняться в бассейне.
Да, даже вся игра стала быстрой. Офигеть! Блин, я походу сейчас проиграю. Четыре волны, да вы... Да вы офигели, что ли, совсем? Блин. Ну, блин, вы даете. А? Вот сюда, вот... Сюда ставим вот такого вот чувака. Большого вот этого. Офигеть, зомби вообще будут очень быстрыми. А сейчас представьте, что будет, если прыгуны будут такими вот быстрыми. Я думаю, вообще просто офигеем от этого, но ничего страшного. У нас есть план, как их замедлить. Просто взять какое-нибудь поразильное растение. Да уж, кабачок офигенно. Просто прикольно раздавливает зомбарей, если вся игра вот такая вот очень быстрая. Вот так вот еще одного кабачка ставим. Сейчас нам нужен... сейчас нам нужен морозильный горох, потому что сейчас прыгуны пойдут, так сказать. А, не-не-не! Лучше сейчас, потому что... На, получайте. Ну, получайте мороза, потому что... Уже прыгун, офигеть, какой быстрый! Нет. Хотя бы мы сможем как-то обороняться. Ай, блин, зачем я... Ай, блин! Из-за того, что игра очень быстрая, я вообще, наоборот, не успеваю. Капец! Вы за бутылку самогона, что ли, как-то... разгневались и начали ускоряться. Давай я вам куплю, да батину подарю. Нужно расставлять все эти повторители. Потому что они у нас... Потому что многие игроки называют их быстрострелами. Если это правда, то они нам... будут реально бить. Офигеть, вы видели, с какой скоростью этот дельфин плавал, прежде чем прыгнул? Ну то вообще. Так, одного ряда горошков этих морозильных хватает. Все остальное вот эти вот повторители. Вторая волна. Блин, тут три волны нужно продержаться. Так. Слушайте, а давайте-ка мы просто... Блин, нашего орешка поранили. Ладно, я пока что приостановлюсь. A few moments later. Офигеть вообще, что произошло? На меня напало куча дельфинов, и сейчас еще будет! Так, быстрее! Это уже какая-то мясорубка для этих зомбаков! Это просто бойня! Так. О! Мы получили кубок, еще один алмаз! Ну, наконец-то это безумие быстроты быстро закончилось. А на этом мы с вами пока что будем заканчивать. Ну что же, ребята, вам понравилась, короче, сегодняшняя эта серия. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, короче, на мой канал. Жмите на колокольчик и пишите комментарии, кое-какие впечатления. Нажатие колокольчиком не позволит пропускать мои новые ролики. Всем, друзья, бай-бай, дорогие браточки.